Добрый вечер. Рады вас встречать всегда у нас дома, поэтому проходите, пожалуйста, познакомимся с нашей квартирой. Тёщенька передала у нее. Нет, ну как? Знакомый мужчина. Нет. А кто это? Это вырезал мебельщик наш. А, наш, да? А я думал, знакомый мужчина. А, тут другой. Вот это, а, да, нас все перепутал. Там у нас ещё в швейке наполнялся. Да, 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 так что такое дело. Один-единственный в мире такой, наверное, да? Да, наверное, да. У вас здесь еще номер, наверное, 77-й. Да, 77-й вот. Кстати, а почему 77-й? Вот, я... А мы с супругой посоветовались, какой номер брать. И Сережа Косько попросил, чтобы первый номер ему оставить. Он говорит, все имирал, ну и выбрал 77-й. Ага. Потом Виталий Кафанов подошел, говорит, Серый, говорит, все вратари первый играют под первый номер, да, может, подумаем. Я говорю, ну давайте. Подошли, говорю, нужно спросить у клуба Микевича, говорю, разрешит, и мне там дал добро, и мы поменяли. Сам движение наше классно вообще. Да. Это на день рождения мне подарили от команды. 87 ребят, вот такая тоже. Женька Балякин, Андрюха Кабинка, Кристина Насал, так что банда Магда, да. Еще Крадениса Васаби. Так что вот такая у нас банда была. Как, после того чемпионства были ли такие моменты, которые могли даже зашкаливать за это? Что, вот чемпионство, нет, чемпионство нет. Большего эмоций не испытывал в футболе. Это отдельная игра, это да, но так, чтобы пройти весь такой большой отрезок и стать чемпионом, и честно, и бескомпромиссной борьбе перед командой конкурента, то такого не было. Да, есть что вспомнить, конечно. Вот с Челси, конечно, Бронислав Иванович, мы с ним в Локомотиве были. Пообщались нормально? Да, нормально, мы побывали с ним и с Чехом на Дортмунд. А Чех по-русски как понимает? Очень хорошо не понимает и говорит, он на семи языках, что ли. Так что есть куда стремиться, да. Вот такого братишка не подарил. Постарался. Постарался. Тема войны ему особо, потому что все детство до 16 лет, наверное, в 16 лет, вроде говорят, мама его говорит, что он... Достал солдатиков последний раз, посмотрел и сложил их обратно, поэтому, но любил. Вообще думали, что будет военным, поэтому и песня «Идет война народная», это прям такое его вдохновляющая песня такая. Даже я учу игрушки, из которых детишки своими руками делают, тоже покажете? Вот он, Ромаша уже. Вот. Такой шарик есть. Это буквально к этому Новому году. Вот такая елка. Это светлого. И вот такая есть звездочка. Тоже. Они такие несколько грязненькие. Клею все. Но зато своим руками. Любимые новогодние блюда, которые нам обязательно готовятся, и Сергей с огромным удовольствием кушает. Да нет, такого блюда нет. Я все ем мандарины, оливье. Мандарины готовы? Да, ну ладно. Салат из крабовых. У Маши хорошо получается мясо. Она запекала мясо раньше, да, по маминому рецепту мама научила ее. Но что она давно уже не делала. Кстати, потому что мы, наверное, давно не Новый год, не дома отмечаем. Все, значит, на Рождество сделаешь, а Старый Новый год. Старый Новый год. Все, давай. Вот. Камера есть, так что... Записали. Да, записали. Так вот. У нас, наверное, демократия. Маша, наверное, парламент, который... У нее, ну, эти, как их называют, влияние. А я такой президент такой, который ничего не решает. И я выбираю президента, голосую там. Он президент. Я скажу, он у меня президент. Так уж, я сам замужем. Хозяин, я могу предложить... А муж уже подчинится или не подчинится? Ну, я знаю какую-то кнопочку у меня, где я подчиняюсь. Так что... А главное слово, последнее слово за ним. В моих вопросах. А в его вопросах, я так понимаю, что он без моего согласия что-то старается не делать. Обращается ко мне. Что, вообще полностью? Ну, ты же идешь и там, вот, ты не против, и мне приятно. Что? Полать брюки. Только тебе наша. Мы поздравляем всех людей нашей страны с Новым годом,
особенно Республику Татарстан, всех болельщиков Рубина, всех болельщиков футбола. С Новым годом вас! Счастья вам, здоровья, мира над головой. Обязательно трудные времена пройдут, и настанет светлая полоса. Так что верьте в себя, верьте в удачу. С Новым годом! С Новым годом!